Одно из бесценных богатств государства – это здоровье нации. Всем желаю здоровья, о здоровом человеке, здоровый дух. Заместитель акима города участвует в перерезании ленты и в числе первых посетителей знакомится с ассортиментом магазина здоровья. Бахадыр Нарымбетов убежден, подобные супермаркеты здоровья не только нужны, но и важны. На 450 квадратных метров более 65 тысяч наименований товара. Для удобства клиентов супермаркет разбит на три сектора. Это здоровое питание и медикаменты, отдел для малышей и будущих мам и все необходимое для красоты и здоровья женщин. Узнав об открытии уникального магазина, молодая мама Хилола Разметова решила приобрести одежду для будущего малыша. Девушке понравился широкий выбор и качество товара для детей. Выбор очень огромный, цены приемные, очень хорошие. Детскую продукцию тут и игрушек полно, и цены точно так же, как и в других местах. Белье детское для новорожденного, очень хорошее, качество очень хорошее, европейское все. Уникальность супермаркета «Здоровье» в том, что товары максимально приближены к покупателю. Каждый посетитель может внимательно ознакомиться с упаковкой, инструкцией, сравнить ценовые аналоги. Помимо медикаментов, средств по уходу за вещами и домом, ортопедических изделий и лечебной косметики, здесь можно приобрести продукты – хлебобулочные изделия, молочные товары и каши. Приобретая все в одном месте, посетители магазина «Здоровье» экономят время и деньги, уверяют продавцы. Принимали опыт с Европы. То есть здесь мы пытались учесть интересы, получается, знаете, и потребности каждого клиента. Для нас это было очень важно. То есть наши клиенты, они могут индивидуально, мы охватываем клиента как от обычного человека, так и до самого капризного клиента. У нас наценки действительно они очень низкие. То есть мы, что касается наценки, мы делаем это минимальную оценку. В честь открытия первого супермаркета «Здоровье» всех покупателей ждет неделя подарков и розыгрыш ценных призов. Магазин по адресу улица Туркестанская, 9, ниже поликлиники «Айболит». Работает круглосуточно, без выходных.